то ни день, так на телевидении или в просторах мировой паутины появляется новая работа какого-нибудь артиста. Но кто-то представляет свое творчество тихо, а кто-то делает это во всеуслышание, как Алдавай и Мика. На днях они презентовали в Алматы свой второй совместный клип. Видео у нас о любви. Это, можно так сказать, обобщенная тема любви между детьми и родителями, между парами, не знаю, там, между соседями, ну и так далее. Вот, и очень такой добрый клип, добрая песня, все позитивное. То это был клип про любовь, потому что это самое главное у нас на свете, самое главное на земле. Потому что если будет миром править любовь, все будет у нас хорошо, не будет войн. Хит-ТВ углубился в детали создания нового трека и видео к нему и выяснил, что клип отсняли всего за один день под чутким руководством солиста Алдавай Данияра. А автором слов выступила певица Ксения. Потусить в четверг вечером и поздравить своих коллег пришло огромное количество наших артистов. Группа 101, Мистериенс, Алио Капов, Рус 7, Архат Шарипов и много другого известного и не очень народа. Помимо презентации клипа, всех пришедших ожидало выступление от коллектива Zarathustra Band, показ коллекции известного дизайнера и увлекательный джем-сейшн виновников торжества и гостей вечера.